Вот, одним словом, домование я вам
розовые кадушки. Она сучила пряжи, она ткала холсты, ковала ледяные, да над речками мосты.
завистливый. И вообще, у нас везде молодым дорога. Ага. Да вы не верите, Игорь. Так быстро перестроилась и поменяла свое мнение. Наверняка что-то задумывала. Да-да-да. Точно. Да куда это? Я вот тут вот посижу на пенечке, послушаю. Да домой на печку потопаю. Давайте, давайте, репетируйте, да. Как все без утка. Ну что ж, Ирина, продолжим репетицию. Мишка, Зайка, Ёжка, Лисичка! Ох, Миша, не знаю, но мне кажется, что Яга гадость
разноцветный. Ага. Что же, из нее можно так самолетик сделать. Ура! Что петь? Так, думайте, что будет петь?
как-нибудь до совершенства. С помощью волшебства. Так. Ай, молодец, Леший. Есть у меня одно волшебное средство. Какое? Вот только я не помню, что я в него положила. А, мухоморчик или баганочку? Какая разница? Что то? Что это? Да. Все равно вкус. Давай, быстрее. Давай, не дай жадничай, дай мне испробовать. Вот кто его выпьет, тот станет гениальным жопом в мире. Сами смотрите, он действует не больше 50 минут. Да нам хватит. Так, так, так. Я! Давай, Леша, я!
Богдановича лешему в дуб дала. А он его взял, папирос лыжного скрутил, мхом болот прыгнул, и выгурил болотного пса. Так что же выходит, что наш превосходительный певец сгорел? Выходит, что сгорел. А правда ли ты, мама, не говоришь? Если ты правду? Впрочем, это уже не важно. Нет у нас времени искать лешего. Что это выяснять? Ну да. Мы и без пригласителя мы лето. Ну да, сейчас уходим. Выезжайте в порядок. Репетируем, а? Выезжайте. Как только инструмент найдем, надо сорвать галки замок.
надо инструмент утащить. Ладно, нет. Ну, а где папа-то? Чё это? Так, темнота, это ж первый звонок. Значит, представление скоро начнется. А скоро это когда? После третьего звонка. Погодите. Ну? Где же папа? Thank you.
много света, наступает Новый год. Белоснежная карета Дед Мороза привезет. Ровно в полночь вспыхнут ярко небеса, гирлянды звезд, и приходит без подарков в этот праздник Дед Мороз. Как обрадуются дети, подбегут гурьбой они, а на елке ярко светит разноцветные огни. Соберется возле елки развеселый хоровод. Лисы, зайцы, белки, волки все встречают Новый год. Здравствуйте, ребятишки! Здравствуйте! Как я рад видеть вас в этом прекрасном зале! Будем вместе Новый год встречать? Да! Ну вот и отлично! А где же моя внученька Снегурочка? Помощница моя бесценная. Ребята, давайте позовем ее. А то какой же Новый год без Снегурочки? На счет 3-4. Снегурочка! Снегурочка! Давайте еще разок, ребята, не слышат она нас. Снегурочка! И последний разочек. Снегурочка! Кружится снежинок, кружится снежинок хоровод. На часах старинных полночь бьет. И зима раскрасит небосвод белой краской. Кто-то постучится за окно. Елка загорится волшебством. И преобразится все кругом зимней сказкой. И поднимется завеса, и Снегурочка из леса, словно снежная принцесса поплывет. И примчится птица тройка, и детей сбежится столько, и случится это только в Новый год. Родилась ёлочка.
Зеленая, зеленая была, я наепила печеньку с елочка уси. Эй, леший, принеси топор и елочку руби. Эй, леший, принеси топор и елочку руби. Приглашаю вас на праздничную елочку.